И всем привет. Текущая глава номер до сих пор третья. Новый вариант. Ну я же ее проходил вроде бы, да? Так, обратно новая. Подождите. Я помню, что я доходил вот отсюда, а дальше я не доходил. Значит, почему нам сюда нельзя? Белый Витель. Откройте возможность. То есть мне нужно именно туда пойти. Нет, нам эти собирается. Я вам покажу, конечно. Бум-бум. Так, встречайте врагов на узе дорожки. Но мы их не встречаем. Так, поезд отправляется на севере через обезьян и проходы уровня 1 плюс 7 проходы 4-5 штук поездов, их 5 и 4 бывает. Так, это призы. Так, у нас 4 из 5, это у нас 1 из 5, все нормально. Мы... А, получить, кстати, можно. Друзья, заходите, получайте. Просрочено. Наверное, я не успел. Так, хоть что-то успеем. Вау, классно. Это как-то я пропустил. Просрочено. Или на время. А, верхний уровень квест. Окей, просрочено. Вон, блин. Так, дальше у нас там через сколько там часов у нас будет открываться новый этап. Ну, я уже рассказывал про него. Мы там были. Я не знаю, почему у нас скидывается все время. Давайте посмотрим, почему так. Так, новый мир. А, понятно. Сейчас там зайдем. Это даже покажу. Вот этот нужен чувак. 57 тысяч, мне только 1040 тысяч, еле-еле набирается. Так, нам нужно прокачать нашу базу. Так, давайте рука помощи, также берем солдатов. Давайте, у нас уже 80 тысяч сил. Смотрите, 80 тысяч всего. Конечно, у кого-то даже есть миллионы, это максимум пока что у кого есть. Ну, постараемся, конечно, найти. Так, мы получаем, хорошо, сколько призов. А, кстати, там говорят, что скоро подарок нам дадут. Вроде бы должны разработчики. Говорят. Ну, и на. Кто у меня написали личные сообщения, если хотите, чтобы я вам показал, то напиши в комментариях. Покажи, докажи. Вот так вот. Так, скорость строительства, эффекты помощи. 1000, нет, скорость строительства 1500. А что есть такое мощное? 2000. Мне не жалко железо, если честно. Запись. Так, текущий уровень, скорость сбора пищи 1500. Железо воина. А что другое есть? Пожертвовать 1000. А может другое кое-что. Так, атака гонщиков. Классно. Можно другое, что 1500. А там 2000. Ну, в общем, мне не жалко еды. Так, урон. Прыгнул. О, это классно. Ладно, что мы давай. Иксы пошли. Дун-дун-дун-дун-дун. Давай. Прокачали. Так, значит. Ну, это вообще ничего не влияет. Тут у нас пропало, а тут у нас не пропало. Пропало. Помощь. Ну, классно, классно. Ну, блин, где же подарок, а? Интересно, что хочу ролик списать перед теми. Так, ну это обычный подарок, если честно. Я думаю, что получше. О, кстати, да, я смотрел типа того мультики, типа того. Ого, мне же вам показать самое лучшее, где там доступ по ссылке. Да, они доступ по ссылке сделали. Только могут смотреть те, у кого есть ссылка, у меня есть ссылка. Я не знаю, из-за того, что я в соцсетях подписан, а там была такая ссылка. Я в шоке. Я ходи, покажу. Она, конечно, не такая классная, поэтому они спрятали у своих каналах такую возможность, чтобы вам показать такую вот мультфильм. Там... топ 5 левелов, топ 10. В общем, очень классно. Хотите лайкосты, напишите в комментариях. Или же хотите вы еще, чтобы я показывал запись. Переписки с разработчиками. Так вот. В общем, я не знаю, где оно. Так, может, смотрели на очень лучше. Так, ну что мне говорит, красная штучка. О, орда. Это очень классно. Так, альянсы, топ мира, мы на первом месте. Так, тут ничего не нужно покупать. Хочу дождаться чего-то прикольного. Так, уничтожить 8 штук групп белых обезьянок, 4 плюсика. По статистике офигенно дают. Давай 4 обезьянки. Ну, но нам не говорили, какие можно. Ладно, нахуй какие-то ПЖ, ё-моё. А раньше можно было. Встречайте на УЗИ дорожки. Таких нужно только на УЗИ. Открывайте после открытия главы встречу УЗИ дорожки.
Блин, там только нужно. Вот, ну честно. Я там был, кстати. А, вот в чем дело. Друзья, тут большие, тут маленькие. Я что-то путаю. Большие, маленькие. Что-то как-то не заметил. Если вы заметили, то, конечно, он круто. Вот если так нажму. О, хоть это работает. Там еще дочка. Туда, туда, туда. Телепортируемся. Так, чувак. Два самые слабые, потому что там слабые. Соперники проще по стопам. Статистика вот такая вот хорошая. Так, вот проще просто вообще посмотрим. Никаких шансов. Проще простого. Никаких шансов. Все к нам. Так, ты всегда такой ж. У нас, конечно, мало солдат, но что ж поделать, давай. Атакуй, атакуй. О, видите, уж повернул. Выгодно там всякие там. Давайте соберем, а то вообще будет тратиться. Кстати, что-то у нас тут пропало. Они подводят к концу, нужно успевать за фильм. Окей. Сейчас это выполню квест и выполним этого большого чувака. Дадут его. Снова выиграли. Молодцы, молодцы. Видите, сколько воинов. Я могу, конечно, всех отправить. Ну, давайте, давайте. Покажу у нас квесты. Говорят. Так, перейдем. Так, убираем вот эти вот. Первые. Случайно. Ну, ладно, давай-ка. На квесты будет. Или так не разрешено? По-моему, нет. По-моему, нет. Так, давай, вам. Вам. Все. Отлично. Не, ну ты 4 можешь поделать. А блин, ну мало дают. А если я буду сильнее убивать, то есть у меня будет тяжело, да? Окей, я попробую. Так, уберем это. Так, давай, давай, давай. Давай вот дать сюда. За одну секунду. Кто там еще, а? Никто. Окей. Давай десятку. Я готов десятку убивать всех. Так, тут, конечно, есть некоторые, которые нам не хотят там. Вот давай ты будешь у нас там поисковиком. Нет, ты будешь поисковиком. Добычей. Ну что? Мы воюем, а добычи никто не приносит. Вот. Мутаген, уран. Собирай его. Давай, давай, давай. Вам поможет. Спасибо. Так, ладно. Также можно еду. Тут у нас немножко полагну, но все нормально. Так, давай ты тогда на еду давай-ка. Нам нужна еда. Разделяйтесь, чтобы было классно. Так, помощь нужна? Помощь нужна, я понял. Или нет? Ну, все нормально. Все нормально. Так, собирают, собирают. Снова квесты. Не хотят, говорят. Хватит, говорит, хватит уже. Ладно, давай 10-го. 10-е нормально. Даже здесь 9-й, отлично. О, мне там один чувак говорит. Говорит, если много побеждаешь, то вообще круто. Так, хорошо, понял. Просто упадам. Отлично, всякий раз отправляйся в поезд с белым мутантом, ты показываешь свою мощь. Доверие тебе армии было хорошим немерением. Так, друзья, нажимаем тут. Также можно прокачать навыки. Давайте прокачаем. Ага, увеличить атаку войск. Хорошо. Все. Все уже. А то что у нас такое, что не курси. Так. Увеличить атаку войск. А дальше что будет? Здоровье увеличить. Хорошо. Только атака мощнее. Скорость сбора пищи. Увеличить урон защиты башен построек. Ну это, наверное, самое прикольное. Так, мы прокачали, даже у нас идет это, увеличить максимум число войск на 1%. Классная штучка, число войск. Так, увеличить скорость войск. Это важно. Увеличить защиту войск. Ну вот такое, да? Так, увеличить защиту войск. То будем везде защита. Значит, атаку войск. Вот это получше. Так, вот урон от контракты повышает на 0.5. Контракты. Ну, такой не знаю, не знаю. Когда будут новые скины, не знаю. Точнее, новые у нас персонажи. Пытаюсь как-то это добыть. Так, у нас тут говорится, нужно еще прокачать. Увеличить скорость войск. Не-а. Увеличить скорость войск. Да, сколько, блин? А, все нормально. 1.5. Увеличить атаку войск. Самая лучшая атака, по-моему. Увеличить защиту войск. Нет. Так, так, так. Увеличить скорость войск. Увеличить атаку войск. И последний. Увеличить атаку войск на 1%. Все, вы все атакующие. Потому что атака самая важная. Мы черная орда. Так. Когда же вы выпадете меня? Персонажа. Редкость. Самый редкий. Вот, точно. Обычный персонаж. Обычный, эпический, эпический. Тоже эпический. Там у нас идет тоже эпический, потом у нас легендарный.
Кстати, тут можно изменить, говоря, что мы, в общем, разработчики думают, а зачем давайте или подарки, если такой никнейм. Или можно мне изменить. Ну, в общем, мне это нравится, чувак. Напиши в комментариях, каком мне изменить. Не-не-не, вот это нормальный. Сделаем мне фон просто. Ну, такое. Ну, блин, ну я не с той фракции. Я черной фракции. Я черный. Этим я не буду, я от этим буду. А, ну и тут что-то есть, кстати, молочко. Или типа того, то мне нравится. Тут обычный такой. Тут, ну, такой себе. Так, какого я бы хотел еще бы взять? Так, нет. Ну, нет. Он такой размытый какой-то. О, нет. Ну, можно было бы. Но это перебор. Давайте следующий аккаунт создадим. Только в том случае будет много лайков. Ну, вот это можно трон аккаунт создать. Он вообще-то прикольный персонаж. Рамки. О, нет. Это сам плохая рамка. С чем? Резать, а? Вот это можно. Так, динамит. Ну, такое. О, скорость строительства. Увеличить скорость строительства. Тут читы, друзья. Вот это тоже прикольно, конечно. У нас тут есть такие украшения, что капец. Но, и самое лучшее, по-моему, вот это. Вот скорость увеличить. Я тоже мне понравилось. Так, караване 23. Вот что караване. Я думаю, что это такое подписка, подписчики. Ау, классно. А ну-ка, как мне подстрихнуть? Ну, мне подписался. Спасибо большое. Ты как там посмотри, зайдем в эту социальную сеть. Новости. Больше распродажа. Реклама, да? Не успеваете горячие предложения. Так, это у нас уже поезд. Мы уже видим 12 дней космических гонок. Вообще, где нам? Как-то нажать? Я что-то как-то не в курсе. Ладно, сюда нажму. Да, не хочется нажимать. Сюда нажать. Так, убийство. Караван. Подписки. Лайки, подписка. Подписчики. Подписаться, блокировать чат. Статистика. Блин, как мне посмотреть свой? Хочу узнать, как их набрать подписчиков. Да, как набрать подписчиков в этой игре. Вот, конечно, классно. Так. Тяжеловато узнать. Давай тут напишем, мам. О, отлично. Подписчики. Ну как мне узнать? Интересно. А нельзя. Подписка. Лайк. Подписчики. Интересно очень. Караване. 820 тысяч силы. Орда, караване. Кому-то нужна караване. Общая сила. Рейтинг топ-1 из орды. Они там занимают топ-6, топ-1. Так, караване. Есть такое? Вот где-то здесь, я помню. Время открытия. Ты, значит, первый у меня был бравлер. Ты второй. Ты третий, ты четвертый. Правильно вы сделали это все-таки. Только вот я помню тебя сначала, потом тебя. И ты был сначала старта. Ну, ясненько. В общем, друзья, нужно тогда уже заканчивать, да, как я понял. Да, когда мы заканчиваем игру, нужно, знаете, что делать? Вот сюда, что ли, где-то здесь. Так, срубить урон очень мало. Так вот. Сбор. Так, ресурсы альянса. Давайте соберем. Так, можно вот так сделать. Хай собирает ресурсы альянсом. И тем самым нам забирать можно. Так, давайте в путь и, конечно, на еду. Так, там тоже 100 час. А может что-то мне. А только им. О, мутация, уран. Только-то мало. Так, у нас, знаете, что есть? Офигенная штучка. Так, мутация. Давай на шестерку. Нет? Поблизости урана нет. О, пятерку он ушел. 2 миллиона. Так, знаете, это офигенно. Стоп. Так, вот, давай соберем это все дело и пойдем посмотрим большую карту. Это ж вам интересно. Так, все, пошли. Кто там забирает? Кто это такой? Крутяк. Это что, такие маленькие? Это мои? Что, вау. Это большие, это мои. Ну, интересно, кто вы такие? Тихо, куда ушли? Интересно, что это было. Так, давайте пойдем. Как думаете, нужно атаковать на кого-то? Но я боюсь атаковать. Давай посмотрим на мир карт. Возможно, там уже кто-нибудь уже воюет с кем-то. Давай посмотрим, но сначала заберу это всякие призы. Так, давай посмотрим.
Как там мир? Мастерская, первый уровень. Что, блин, мастерская? Это чья точка? Чья это точка? Алло. Мастерская. А. О. Так, да, что не лагала? Давай, давай. Мастерская. Подкрепление. Вперед. Скорость маршем. Вперед. Так, посмотреть. Эти руины не связаны с железной дорогой. Я вообще не пойму. Вперед. Туда что-то. Чтобы поезд начал. Тут солдат не лежит. Несит. Я уже, наверное, устал. Так, смотрим на планету. Тут у нас война нету. Ага. Так, уран доставлено. Тут у нас война есть или нету? Давай посмотрим. Ё-моё, сука, воина. Или это деревья? Зеленое дерево, красное дерево. Что-то я не в курсе. Так вот. Ямату начинает сохраняться. Пропуск, пункт. Лео 5. Я могу даже здесь пройти. Но тут, друзья, очень опасно. Я бы его не рекомендовал. Там реально мощно будет сражение. Значит, мы посмотрели, тут у нас щит с ракеткам. Так, они как-то расширяют дороги, что ли? А, мы покупаем там, расширяем. Интересно, куда нам будет ехать? Сюда, что ли? Окей. Можно ускоряться, друзья. Ускоряться. Потом уже новую игру, нового персонажа. Кстати, делаем подарок. Блин, разработчики, не обманивайте. Как игра зуба обманивает меня? Ну там, кто игнорит? Игнорит. Так, смотрим. Тем союзник. Перевод. Там союзник. Что он такое? А узнаем. Так, вот соперники. Ох, ты 14-й. Ладно, подождем, когда мы эволюционируем. Ну что же, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Жмайте награды, собирайте. Но это, конечно, мало. Нужно именно внутрь зайти. И там уже развивать все, что есть. Так, сюда можно пивасики там. Давай, спасибо большое. Где мой подарок, блинчик? Так, конечно, нужно тут тратить подарки. А то собирать на войну. Она когда никогда не начнется. Но кто-то собирает же на войну. Нужно жесткую войну. Так, давайте хоть карту. Боже. Ну, для ролика. Еды, опыта героя. Окей. Так, вот эти дайте, боже. Эти обычные. Ну, да, хоть дайте мне. Что-то не дают. Так, ладно. Так, забираем помощь альянсу. Так, вроде бы мы прокачали, нет? Говорят, что надо прокачать, но, блин. Так, интересно. Всякий интересный факт. Так, история. Улучшение. Все, нету. Ай, столько мороки, прям просто. Вот что нам нужно. Я думаю, что тут не хватает эволюция. Так, гонщики уже прокачаны. Тогда давайте что-то другое. Угу. Так, давай-ка что-нибудь, что-то есть. Так, давай, помощь. Это хорошая штучка. Дальше. Вроде бы все. Да, все вроде бы. Так, исследование. Там хоть не отдыхает чувак, или он уже ищет? Ага, отдыхает. Окей. А ну ищи уже. Нам нужно разведку больше делать карту. Я самую выиграю. Всех и всех. Так, как там мутаген? Вы так быстро собрали мутаген, что ли? 2 миллиона, я помню, было. Окей. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Макс Риск, сейчас будем собирать мутагены. Как это называется? Мутагены, да? Ура. Всем удачи, всем пока. Пишите в комментариях, какой ролик заснять, который я вам говорил о разработчиках. И типа того. Всем пока.